Так, поехали на пляже, катаемся. На какой машинке? А, типа на любую можно выбрать, да? Ну, я сейчас выберу, подождите. А, вот эту тачку возьму, спасибо. Да, вот эта тачка у меня самая прокачанная. Самая лучшая. Сколько денег я в нее влупил, вы даже, ребята, себе не представляете, сколько много. По 100 тысяч. Сейчас, да, реально, движок стоит 100 косарей. Но, я не знаю, сейчас у меня и денег нет, только 100 тысяч. Прокачать какую-нибудь маленькую детальку. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, попал я в эту воду, никогда не попадал сюда. Никогда я сюда не попадал раньше. Так, ладно, едем дальше. Это мы играем, ребята. А, пляж? Да, это карта пляж. С своими такими выступами нехорошими. Ага. Проезжал я здесь на тачке своей около 3 километра. И недавно я прокачал машинку. Сейчас посмотрим, сколько мы проедем. Сколько мы проедем сейчас на прокачанной тачке. Движок у меня прокачанный вообще классно. Так, давай. Опля, хорошо заехали. Продолжаем свой путь. Да, 2 километра скоро. А, километр проехали, но надо нам максимально много километров проехать. У нас еще в команде я состою. А в команде нужно 100 километров проезжать за неделю. Вот и будем проезжать каждую неделю по 100 километров. Ой, сколько в день это проезжать надо? Если получается... Ну, короче, грубо говоря, 10 километров... 8 километров, да. 8 километров каждый день проехать надо будет. Это где-то 8 роликов. 8 роликов где-то в среднем. А, хотя нет, не 8. 4. 3. 3 ролика даже я буду делать, что. В день 3 ролика буду загружать вам. Как раз я буду наезжать 3 километра в день. Так, смотри, пошли домики вот эти вот. Домики пляжные. Кстати, где-то в Америке, в Нью-Йорке продаются пляжные домики. Старые домики, и цена у них, я вам скажу, бешеная. 100 тысяч долларов. От 100 тысяч начинается. Домики. 100, 120. Не знаю, кто их купит, но пока еще ни один домик такой не продали. Интересно, в нем можно жить? А, ну там же зимой не поживешь, правильно? Так, у нас уже 5-й уровень сундука. И сейчас будем повышать. Возьмем 6-го, 7-го, 8-го, может 10-го возьмем. Посмотрим, как у меня машинка справится. Опа, первая проблема. Мы не заехали сюда. Ой, да куда ж ты поехал? Ах, бензин, смотри, неумолимо уменьшается. Потихонечку, все меньше и меньше. А я-то проехал совсем ничего, совсем мало проехал. Сейчас у меня начнется проблема с этим вонючим бензином. Да куда я упал? Алло. Давай быстрее. О, все. Я, к сожалению, не доехал никуда. Из-за того, что я... А, лошара. Так. Давай в интенсивный поедем. На такой тачке, грузовике. Давайте мы его прокачаем. Моторчик. Сцепление, сопротивление. И давайте еще раз моторчик прогрузим. Все. Деньги кончились. А, мы здесь еще ни разу не ездили на нем. Так, ждем. Все, поехали. На таком грузовичке моем. Есть. Аккуратно. Вот это я не люблю почему-то, вот это место. Оно какое-то слишком замудренное. Слишком они поставили всякую фигню. О, смотри. Смотри, что творится. Я не знаю, куда он там пойдет. Давай. Поднимаемся. Ух ты. А что за фигня вообще, алло? Куда это мы попали?
Ну-н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 у. Поворочек сделали. Так, сейчас попробуем по-другому сделать. Все, здесь сейчас. Не знаю, как ускоримся, не ускоримся, выйдем. Опа, выехали, круто. Так, главное бензинчик успеть взять. Вот, бензинчик, наше спасение. Ух ты, реально. Что так сложно-то было, алло. Но я здесь ни разу не ездил, а если ездил, то очень давно. Так, гонка в долине. На вот это машинке сейчас поедем. На формуле. Поехали. Ага, а здесь еще ни разу не ездили? А, нет, ездили. 2 километра у нас. Так, почему у меня микрофон постоянно уходит куда-то? Вбок. Так, 1, 2, 3. Едем, 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 едем. Наезжаем километры. Нам нужно в день минимум 10 километров наехать. А то и больше. Почему? Километров 12. Так, давайте ускоряемся. Бензик. Так, зыбучие пески. Но здесь я мало почему-то проезжал, полтора километра всего лишь. Где-то я тут ступнулся. Даже не знаю где. Надо мне ее прокачать, эту, кстати, раллийную тачку. О, не раллийная эта тачка, а просто тачка. Гоночная, точно, это гоночная машинка. Но она особо на гоночную машинку не похожа. Потому что ее нужно прокачивать, а прокачивать нужно серьезно ее. Опа, башкой. Нет, не стукнулся. Так. Едем, продолжаем. Так, километр проехали. Километр 300. 700 метров мне показывают. Навигатор. До следующего моего поражения, либо мы будем бить рекорд. Сейчас мы это и узнаем. Бьем мы рекорд или опять-таки сливаем трассу. Вот, я полностью еду на включенной педальке. Опа! Так, 100 метров остается. Что же там будет после этих 100 метров? Почему раньше я сюда не мог доехать? Ага. Так, зыбучие пески. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда же я поехал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай. Да ё-моё, давай-давай-давай. Вылазь, вылазь, вонючка! Я здесь не могу вылезти, потому что у меня движка не хватает. Да, не хватает движка, двигателя. Мощности двигателя не хватило. Поехали на суперкаре. Все, едем. Так, давай, 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 давай. Оп, 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 аккуратно. Сейчас разгонимся. Я думаю, здесь мы хорошенечко можем пособирать монетки. Ну а главное ящички. Может быть, даже до 10 уровня дойдем. Это плюсом 10 тысяч монет. О, аккуратно. Так, а почему у меня тачка прокачанная меня обгоняет? Ах ты, аккуратно. Так, на самой максимальной скорости нельзя ехать. Можно перевернуться легко. Потом, ох, нифига, мост меня отрикошетил как-то. А ну смотри, сейчас. А, тут под маленький, короче. Так, я не подпрыгну. Нифига, машинка вообще прыгучая какая-то. А вот сейчас на мосту, смотри. Опа, прыгает тачка наша. Золотая, красивая тачка. Так, есть. 2 уровня, сундучок. Ой, а что я здесь застрял? Смотри, я реально застрял. Ну как так может быть, а, вообще? О, отдуплился. Представляешь? Машинка застряла, потом через некоторое время... Когда у меня уже бензин заканчивается, нормально вообще?
Ой, не успею я. Не успею я за бензином. Конечно. Вот тебе и застряли. Ладно, давай посмотрим, сколько денежек. 1800, это очень мало.